Привет-привет, друзья. Продолжаем играть в Seven Days to Die. Это у нас третий день идет. Да. Мы же не пытаемся хоть что-то тут делать. Давай лапти вот сюда зайдем. Смотри, давай в дом зайдем, да, потому что мне кажется, здесь можно найти что-то, патрончики, несколько вещей. О, кейс. Что фонарь в кейсе? Есть. Тебе надо фонарь? Не, у меня есть фонарик. Пейнкиллер, вот это чудесно. Диваны все забирать. Кстати, да, всю эту фигню надо забирать. Диваны бабушкины, то есть койки эти. Потому что сейчас начнется опять мясцо. Пейнкиллер нашел, отлично. Вода? Вода есть, да. Водичка. Ах, водичка. Это реально мешок какой-то поставить. Какой мешок? Чтобы мы с тобой где-то, ну, как-то респаунились, может, точка респауна была. А ты думаешь, это из-за мешка делается? Я нашел эту картошечку. Я еще нашел пейнкиллер, если что. Так, бумага, задницу потирать. Кто там шепчет мне в ухо? Ащ. Ужас. У тебя тоже, да, это вот канале? Такой стереоэффект бывает, я думал, что что-то где-то... Ну, блин, домов тут немерено, по сути. Это эффектно сделано. Чего-чего, атмосфера здесь, конечно, гнетет. Может, наверху будем на крыше в этот раз тусоваться? Давай. Я автомат нашел. Просто учти, что на крыше летают эти шершни. То есть не так-то просто. Ой-ой-ой. Кстати, вот об этом-то я и не подумал. Кстати, я кровать взял. Интересно. Она нужна ли тебе? А может, загоражить, только она только для загорожки служит. А, старая кровать, да. Старая кровать. Ага, старое дерево. Вот я скрафтил старое дерево, кстати. Да-да-да, можно... О, чердак. Металл. Что-то где-то рычит, по-моему, да? Гнездо. Перышки. Где-то собачка, по-моему. Да я не могу залезть даже. Давай, вот. Ножик нашел. Неплохая штука, кстати, можно взять. Ножик, да. У нас там на улице-то творится... Пока тишина, 2 часа дня, полтретьего. Знаешь что, надо какой-то погреб, может, не? Не вариант. В землю уйти, что ли, в подполье? Смотри, вот здесь неплохо, в принципе, да, вот забаррикадировать. Лестницу сломать только надо. Мне кажется, сразу надо ее сломать. Знаешь, давай сюда придем, как будет где-то часов 7, наверное. Давай попробуем. Не ломай пока, не ломай. Хорошо. Уф, меня мужик это напугал. Так, что, пойдем в соседний дом, нет, лутать? Смотри, да, быстро, лутаем по-быстрому. Очень быстро надо, да, все это сделать. С автоматом. Ты, может, ножом, если что? Да, я почиркаю. Так, тут мы были же, нет? Нет, тут соседний дом. Не были. Так, что-то мне вот это не нравится совсем, причем. Забираем бабушкины комоды, диваны. Вообще не нравится мне вот эта ситуация сейчас тут, какая у нас сложилась. Так. Ну, тем не менее, живы, здоровы. Ты уже зашел, да? Да, уже лутаю. Уже потихонечку лутаю. Воды очень много в холодильнике. Вот чего-чего, это хорошо. Водичка есть, да, это хотя хорошо. Хотя бы воды. А чем мы тут лечимся, напомни мне? Едой? Антиэтими. Как... Едой немножко лечат. Пейнкиллерами. Пейнкиллеры, да, то есть антиэтим, короче. Антиэти. Антиэти, короче, они реально антиэти, да. Жень, ты там, если что, воду бери. Я все беру, все, что есть, я весь хлам собираю. Я ходячий магазин. Только смотри, воду бери не всю, а которая только в этом. Тут подвал есть. Ядреный компостер, а. Тут есть реальный. Я для дробовика пошел. У меня места что-то вообще нету. Нашел для патрончики для дроби, если тебе понадобится. Да-да-да, если что, может быть. Себе нашел. Так, пустые банки. О, кто-то визжит там на улице. Да-да-да. Слушай, подвал хорошая штука, тут можно тоже зашкериться. Подвал? Угу. Тут есть очень такой неплохой подвальчик. Чердак опять вот есть. У тебя дробь или нет? У меня и автомат, у меня что такое нет, если честно, я уже все нашел. У меня патроны есть для дробовика, давайте, да? Я все, что надо и не надо, уже отыскал, по-моему. Ты где, Женя? Мы растерялись. Я на втором этаже. МП5? Даже так. Да, я на втором этаже. У меня МП5. Я взял. Так. Ой! Опа. Случайно. А это ты, я думал, что за фигня там. Я же испугался. Бандажи нашел. О, прекрасно и далек. Не будет. Бандажики-то хорошо. О, МП5, ты не брал его, да? Нет. Возьми. Просто я... Нет, зачем оно? Гнездо. Самое интересное, можно разобрать гнездо. Я буду спросить, зачем? Может быть, из перьев эти стрел как-то можно делать, не? Я вот не знаю насчет этого. Лук, наверное, скрафтить можно, не? Так, что-то слушаю. Значит, не МП5, но я возьму, конечно. Какая-то хрень. Жень, подвал пошли. Сейчас. Сейчас я с оружием разберусь немножко. Ни хера себе, у тебя вооружение в магазине. Да, у меня там ужас какой-то. Хлам, ёпта. Ну, нашел все это дело. Можно. На тебе
патроны для дроби? У меня дробовика нету нормального. Я не знаю, он ему не перезаряжает почему-то. Вот saved off pump shotgun. Вот сейчас попробую еще раз его перезарядить, конечно. Не-а. Слушай, перья нам нужны, перья, картошка. У меня перья тоже есть, но... Так, сейчас. Слушай, почему-то шотган не перезаряжается. А, вот, сейчас перезаряжается. Поставить патроны в ячейку быстрого. Ай, точно, вот оно, тупизм, конечно, вот этот. Да, согласен. Так, кровать нужна? Нет, ну, на всякий случай, кстати, перегородить можно будет кроваткой. Так, панкиллеры. Дерево у нас есть еще, помнишь? Всякое говно у нас, да. Если честно сказать. Да, хлама у нас немерено просто. Хламина. Так. Так, еда. Кто-то морёт, а? Да я слышу, как вяжет, да, как сука. Просто какая-то. Ай-яй-яй-яй-яй, шички. Так, все, я вроде запасся оружием, как следует. Я тоже расфасовал все, значит, еда. Сейчас, погоди, я еще немножко переставлю кое-что. Давай, Женек, давай, уже как бы темнеть начинает. Все, пошли, выдвигаемся. Идем в подвале, будем обосноваться, попробуем. Я вот думаю. Так, как ты думаешь, лучше где? Давай пойдем проверим, посмотришь подвал, может понравится. Давай посмотрим, я подвал что-то вообще не наблюдал здесь, кроме... Есть подвал, есть. Ну-ка, давай. Идем, вот. Подвалим в... О, вот это... Смотри, какой подвальчик, а? А давай-ка здесь останемся. Давай, без проблем. Сейчас вообще, я, короче, скрафчу досок как можно больше, да? Слушай, а у меня тоже есть... Так. Что, сразу закрываемся, да? 28, слушай, из того, что у нас есть, получилось 28 этих блоков деревянных. Что, начинаем загораживаться уже? А, сейчас я вот сюда поставлю раз. Как ты думаешь? Вот, наверное. Надо уже закрываться? Да, наверное. Ты знаешь, лестницу, я не знаю, ломать, наверное, нет смысла, а вот крафт... Хорошо, вот так делать буду сейчас, смотри. Угу, давай. Угу. Обалдеть, а. Седьмого мы уже начинаем думать, не сдохли ли мы дальше. Да. Пол седьмого, нормально. Так, хорошо. Так. Неплохо, да? Ну смотри, они, в принципе, больше ниоткуда не могут лезть. Так, ну они долбить все, что смогут. Ну это земля уже, это земля, то есть я не знаю, как... Ну они землю будут кусать, наверное. Без понятия. Кусать. Ё-моё, что-то я не так построил немножко. Все нормально, я тоже попутненькая. У меня 26 штук. Так, а здесь что такое? Ничего хорошего нет, кроме бумаги и всякой фигни. Во. Так. Смотри, как вода, воды много нашел, хорошо. Сортер смотри, есть. Смотри, как мы заблочили, короче. Обалдеть, вот это понять. Слоем, да, кстати. Угу, вот это хорошо. Наверное, хорошо. Мы не знаем просто, как это. Ужас какой. Посмотри, что у меня в руке, кстати. У тебя обойма, пистолет или автоматы? А, ладно. Там с моей стороны как страшно выглядит. Да, ужасно такая хрень. Слушай, надо где-то запасы складировать, наверное, да? Чего-чего, хлама всякого? Ну да, такое положение. У меня, в принципе, вроде свободно так-то. Вот в инвентаре более-менее стало, кстати. Чего-чего. Да? Ну хорошо. Iron. I got sleeping bag. Мясо есть, кстати. А как мясо готовить? Меня вот интересует, как здесь разжигать огонь, к примеру, вот. Как-то можно? Если можно, есть такая возможность. Писал, что такая возможность есть. Так, надо... Попить, наверное, да? Сейчас попьем. Без 28, Олег. Это ты в хорошем смысле, да, сказал? Да, ты готов? Попей, поешь, там, все, что надо. Покакай, пописи. Благо туалет есть. Ну. Посмотри на меня, похоже, нет? Похоже, нет, посмотри. Женя занимается важными делами, да? Мушкет натирает. В руках? Пистолет, автомат. А, это что, смотри, меня... посмотри на мой арсенал, сейчас тебе покажу, смотри. Раз, смотри. Далее. Два. Три. У тебя там все серьезно, да? Да. У меня патрончики, все обоймы, все это включено. All inclusive. У меня даже фонарик есть тоже. Ну, у меня тоже фонарик, можно посветить. Так, быстро, у меня последняя ячейка, быстро это дерево, если что, баррикадировать сразу. У меня тоже в конце дерево, да. Слушай, жесть какая-то. Слушай, ну надо как-то свет нам, наверное, да? Фонарик вообще не светит. Вот смотри, я в угол встал, смотри, фонарик что светит, что нет. Слышь, как рычат, а? Начинается уже. Сейчас попрет 12 часов ночи. Может, кусок... Нет, если сломаем лестницу, потом не выберемся, наверное. Что-то ну, тоже разве что по блокам этим только. Вот тут, Жень, вот тут, смотри, снизу. Как я подошел, там такой рык. Слышь, собак? Собаки, да. Собаки, да. То есть вот здесь надо стену тоже заделать. Будет смешно, если они где-то с другой стороны полезут.
Мы с тобой мастера укрытия, да? Слушай, а может нам сделать угловую какую-то защиту сразу? Ну, где-то, чтобы мы зашкелись в углу каком-то. Мастера. А давай, кстати, вот здесь только где светло, потому что тьма тьмущая, ничего не видать. Согласен, да, давай вот отсюда вот. Вот отсюда, вот с кейса, да, с кейса начнем. Делаем себе быренько. Какой ужас, а. Так, вот такой нам хватит, неплохо. Такой ящик, ёпта. Даже трудно гробом назвать, просто какой-то, знаешь, как в Майнкрафте мы делали. Так, у меня кончилось все. Да ладно, мне еще 10. А как мы пролезем? На квартанах тут пролезем? Вот так вот залазишь, да. А, точно. Так, значит, смотри, что мы делаем. Вон там наверху еще, да? Вот тут? Да, да, да. Здесь? А все, тут будет темно, как не знаю. Тут будет очень темно же. Да не, неплохо, неплохо. Пока нормально. Вот так, смотри, вот так. Так. Где еще поставить? Я же не проползу, поставил он. Все. Ломай. Я уже не зайду. Так, придется ломать. Это плохо. А, лучше вот здесь сломать. Ой. Что там, Женя? Уже агрится? Кто-то рычит уже. О, они вот эту стену ломать сейчас начнут, где мы с тобой находимся как раз-таки. Выбегай в середину комнатки, да-да-да. Блин. Выбегай, выбегай оттуда. Давай, давай. Застраивай эту хрень. Так, интересно, девки пляшут. Ладно, как они, блядь, сквозь стены-то? А вот так вот. Это подвал, да? Что ли? Это ж подвал. Ну я слышу, шум адский просто стоит, там шумище такое. Фу. Добро пожаловать. Я уже боюсь уже вот этой всей темы. Да? Ой. Вот эту хрень надо сломать. Это же идеально, по-моему, было, нет? Ну, пока да. Такое ощущение, что идеально, но что-то как-то мне не внушает доверия. Сломай, да? Вот эту. Барная стойка, да? Все, я забаррикадировал. Угу. Вон сверху еще. Фух, что какие я тебе скажу? Крики, а? Это довольно жестко, оно реально напрягает. Нравится тебе игра? Да неплохо, но она очень хардкорная получается. Это мы просто еще пока не приноровились крафтить, то есть. Ну это да. Они что, реально там, а если нет? Блядь, что звуки? Ну нет, так нет. Слушай, а если стоять в центре, может они как-то реагируют, ты подходишь к стене? Я вот тоже подумал, что в центре лучше стоять, то есть как-то так вот. Стоим, Женя, пока стоим просто. Угу. Давай пока смотреть, наблюдать. Нигде никаких расколов нету. Потолок целый пока. Блядь! Ой, блин! Ш... Какого черта? Ты что? Блядь! Я лампочку сломал. Зачем я это сделал, а? Что сделал, мою твою? Я лампочку сломал. Женя, какого черта? Я не специально, блин. Я думаю, что там такое? Черт, бля! Какой эффект? Ты что, издеваешься, что ли? Блин, я спать не смогу. Я что за фигня? Зачем я так сделал? У меня голос аж осел. Ё-моё. Это кто-то смеется или бегает? Да, там кто-то смеется. Бля, конечно, отдержу. Свети на меня, я свечу на тебя, все. А ты светишь фонариком на меня? Да. Ты золотой. А ты меня не... Ты тоже золотой? Как, не знаю, как серебряный серфер. Да, золотой серфер. Женя, как можно было лампочку разбить? Как? Вот так вот. Я тебе... А как мы стрелять будем, если что? Не, мы трупы. Реально, если не пройдут. Куда ты стреляешь? Я пытаюсь просто посмотреть, как это будет... А где ты есть? Я тебя потерял. Смотрел? Господи... Мы хорошо хоть два фонарика нашли, а если без фонариков? Я проверил лампочку. Проверил лампочку, да? Да, работает. Ну, может, ты ее скрафтить сможешь, слушай. Олег, пробки выбил. Угу, ага. Поднимись наверх, пробки выбил. Бабушки, да, выбили пробки. Олег, пробки выбил. Я тебя не вижу, где... А, вот ты пока что все... А, все отлично, Женя. Лучше, блядь, не бывает. Только лучше не бывает вообще ситуации. 12 часов ночи, да? Четвертый день. Четвертый день уже? Четвертый день, да. Обалдеть. Блядь! Женя! Что-то с потолка капает, Женя. С потолка капает? Женя, что-то с потолка реально, по-моему, сыпется или капает. Пока что все нормально. О, чирлидер умер. Слава богу. Так, пока вроде слышит спокойно. От чего он умер, блядь, от безысходности? Да, не смог прогрызть стену.
Женя, я не знаю, эпичная серия. Как? Это, походу, да. Потому что я хотел проверить лампочку. Проверил? Да, я один раз ударил, вроде ничего не произошло. Второй раз ударил, все. Фонарик сядет. Блин. Мне не нравится этот звук. Иди назад, а я буду на тебя идти. Мы упремся где-нибудь в стену. Давай обнимемся. Лучше не надо, по-моему, упираться никуда. Да, давай просто стоять. Господи, какие звуки. Сундучку находиться реально тут. Вот здесь спокойно, здесь звуков нет. Ой, мама, кто-то упал. Блин, где? Не надо, Женя, не говори так. Ой, это ты или кто? Не говори так, это я. Не пугай меня, фу. Кто упал? Кто упал? Мне показалось, что кто-то упал. Выключил свет, долбоёбы, да? Женя, я потерял тебя. Да не крутись, не крутись. Все. Фу, слушай, ну это... Такого ужаса ни в одном хорроре не видел. Это жесть. В комнате. Во тьме. А звуки какие? Хорошо, что мы успели хоть что-то сделать. Кто-то блюет там, слышишь, что за фигня происходит? А может, они нас не видят в темноте? Слушай, может, в этом даже плюс? А может быть. Ага, сейчас наступит свет. Представь, утро, рассвет, там зомби полный подвал. Да. И мы среди них такие же умники. Господи, эпик, а? Ау, это жесткая серия. Я случайно, я не хотел, блин. Почему, интересно, фонарик так плохо светит? Потому что недоработали систему освещения. Что ты делаешь? Я присел. Это жутко выглядит. А у тебя глаза белые, ты знаешь? У тебя тоже, да, как гребаный некроморф какой-то. Вот Seven Days to Die. Что-то ломает, слушай. Что-то ломает где-то, да? Боже, не ломают реально. Еще бы узнать, где мы находимся, в середине комнаты или где? Я не знаю, я просто понял, что все, конец. Конец, я понял, что это безысходность, Женя. Да, а я запаниковал, забегал и все. Женя, по-моему, что-то долбят, да? Что-то больше, по-моему, шума стало. Назад отходи ко мне поближе, всего, здесь меньше шума. Ни в одной игре мы такого эпика еще. Нет, это такого не было, это слишком, это перебор. Слушай, сверху сыпется что-то. Я же тебе говорю, что сверху тоже ломают. Отходи, отходи, здесь шума меньше, вот здесь нормально. Фу, слушай, знаешь, такое волнение, как будто я не знаю, что делаю сейчас. Ужас, ты просто не знаешь, что там тебя ждет. А мы в стенку уперлись, по-моему, с тобой. Да, я на... Лево не могу идти, и направо он тоже. Он что-то рычит возле моего уха, нет? Собака. Собака рычит, я слышу ее, да. Может, я не знаю, нажать на паузу, подождать этот ужас, потому что... Да? Давай нажмем на паузу, действительно, я боюсь. Включил! Ты не мельтеши, я тебя не вижу просто. Я сейчас стрелять начну, и все, и капец начнется сейчас. Все, меня убили. Блин, как так-то? Убили, все. Ужас. Но мы дотерпели, это четвертый день пошел. Нормально. Тебя тоже били? Нет, я живой. Понимаешь, они зажали из дырки, которую ты выдолбил. Да. Слушай, зомби взрываются. Зомби взрываются. Счастье случается. Все нормально. О, у меня весь другой есть фактически. Ё-моё. Ты не представляешь, что здесь происходит. Зомби взрываются. Ты себе не представляешь, что здесь происходит. Я потом посмотрю тебя. Здесь вакханейшн, хламейшн. Калифорникейшн, да? Калифорникейшн, да. Я бегу к тебе. Давай, защитишь меня, да? У меня есть оружие. Красавчик. Ты что там, гребаный шмель? Ах ты гребаный шершень. Шмель, шершень, там разница. Я две обоймы всадил в эту бабу, она не умерла. Вот бабенка-то. Все, убил. Убил бабу, умри сам, рядышком хоть начнем. Нет, я живой, зачем? Сейчас я приду к тебе. Да, ну давай. Давай, я посмотрю на это. Ты хочешь на это посмотреть? Так, я добежал до нашего домика первого. Бичи, я что-то не понял юмор. Бичи? Да, очень много ублюдков. Сейчас я приду к тебе. Короче, значит, система следующая. Берешь воду и бегаешь с водой в руках. Ну да. Угу, вижу тебя. Так, это городишко, да? Давай потом двигать куда-то в другое место. Там зомби в городе немерено просто. Просто хоть жопой жуй. В город надо идти подготовленным, наверное, уж, да, я думаю? Да-да, просто сейчас я занят немножко здесь. Да, я понял, я тебя развлекаю. Развлекаешь меня?
Все, меня убили. Развлекуха окончена. Ну, естественно. О, май гарбл. Это интересно. Где ты начнешь там? В доме. Наверху. Серьезно? Где я вещмешок бросил, все правильно. Видишь, я все-таки был прав. Слушай, да, ты оказался прав, красавчега. Сейчас я телочку замочу и все. А где мне найти вот мешочек-то второй? У меня все осталось, кстати, все вещи. А, скрафтить же можно, да? Да-да-да, слипинбэк, ага. Угу. Так, ты где? Куда найти? А, продарчику, да? Слепя, а что для него надо? О, я очнулся в том доме. Женя, а что надо для слипинбэка? Тряпье и, по-моему, что-то еще там. Я не знаю, там оно должно показать, по идее, тебе, когда у тебя компания... У меня просто пустые ячейки показывают, понимаешь? А, значит, у тебя нет этих вещей, с помощью которых ты можешь сделать. А, вот, сзади меня, слушай, так ты позади. Да, вот я навстречу тебе бегу. Давай. Надо вернуться туда. Что ты на картонах бежишь, как гопота? А, вот я тебе про это и говорил, да? А, вот, отлично, смотри, значит, мне нужно слипинбэк. Слипинбэк сохраняет все патроны, короче, и автомат. В общем, все, в принципе. А давай попробуй слипинбэк сделать. Нет, у меня тоже не хватает. Знаешь, что надо сделать? 4 доски, по-моему, и 1 ткань. Слушай, а что за звездочка на карте? Что это значит? Это мы откуда начали, по-моему, или нет? А давай сбегаем, может, туда, я не знаю. Да нет, наверное, ты прав, это там, где мы начали. Так, нам нужно дерево. Еще одна звезда. Смотри, еще на карте есть звезда. Раз. Вот может, это спасение какое-то? Грейвтаун у нас есть. Ох, сколько тут мест. Пойдем дерево забубеним. Давай, наверное... Блин, я не знаю, что делать. Давай дерево, нам нужно дерево. Чтобы сделать слипинбэк. У меня нету. Да, слипинбэк нужен. Реально. Давай вот тут возле основания долбить. Дикарядово. Ой. Нормально, не страшно. Все нормально. Она упала. Ох, нормально как. От души попадал, да, дерево на основании теперь. Ну. Так, камушки, все собирать надо, весь хлам. Слушай, так мы с тобой реально могли выжить в том подвале? Конечно, ничего себе, там они же не прорвались вообще. Реально выжить можно. Угу. Так, из дерева сразу крафтим себе вещички. Так. А почему у меня одно дерево? Ты все собрал, что ли? А, нет, почти, так ты вещи в верхнем хранишь или в нижнем? Я в верхнем храню. А у меня в нижнем хранятся вещи. А потом в нижний ставлю, да. А, ты так делаешь? Да. Угу, я понял тебя. Хорошо. Ладно, попробуем. Так, это так. Сюда. Смотри, слипинбэк. У меня ткани нет. А, нет, ткань есть. Давай попробуем сейчас сделать. Все. Ты бы мне сразу сказал, а то я в нижней... А я сам не знаю, как это делается. А, верхняя это этот, как он? Верстак для крафта. Угу. А нижняя это инвентарь уже, я так понял. Да, да, вверху это верстак для крафта, а нижний это инвентарь. Да, все правильно. Так, отлично. У меня есть 36 дерева. Я думаю, этого пока хватит. Что такое плайвуд? А, все, плайвуд. Допустим, так. Так я нифига не понимаю, конечно, что делаю, но... Надеюсь, что это правильно. Так. Как же слипинбэк-то сделать? В общем, нам чего-то не хватает. На, еще дерево, смотри. Ну, дерево-то достаточно, надо теперь ткань найти. Чучело пришло, ёпты. Какое чучело? Вот. А, о. Ух, нифига, что ты, он пригнулся, я ему хотел прописать. Он знал, он знал. Он вообще в шоке. Он знал, что ты будешь с ним делать. Знаешь, где я видел слипинбэк? Он лежал в лагере, который мы пробегали. А, кстати, да. Угу. Че, туда вернемся? Поэтому надо вернуться. Но это наш шанс на быстрый респаун, да? Тогда побежали. Да, слипинбэк у меня есть, вот один. Бери воду, берем воду. Че такое, смотри. Зайчишка! Кролик, да, кролик, рэббит. Пошли. Прописал еблет. Женя, еще сзади, смотри. А у нас достаточно мяса, а ленины еще есть. Ленята. Женя, нельзя ленят убивать, они такие няшные. Ну, уже поздно теперь, уже пошли. Где ты там слипинбэк видел? Слипинбэк? Нет, ты встань, ты опять на корточках бегаешь. Так, это нам надо на 260-ю, да, вернуться? Коса такая большая. Да, вроде там домик есть, да, там домик. Точно. Там не то, что домик, там такой, знаешь, из песка вроде был сделан, да, что-то такое? Нет, там дом деревянный. Дом? А вот остатки дома, может, там что-то есть? Не, там голяк вообще. Вообще голяк. Именно надо вот в домик бежать в карри. Ладно, побежали. Что нам терять-то, по сути, да? Пока время есть, да, еще 12 вон часов. Зомби шарится, нормально. Да пох. Чай я вырезану. Гейб Ньюэлл.
Женя, ты нам это не застопори так долго. Нормально. Господи, что же вы делаете? Блюдки. Жень, давай быренько пробежим туда. Не будем на зомби отвлекаться. Давай, я здесь уже. Так не в доме, подожди, там не было в доме мешка. Как, в доме же мешок я взял? Да. Я в мешок в доме взял? В доме взял? Вроде бы, да. А, нет, погоди. Не в этом. В другом, что ли, доме или где я брал-то его? Да не в доме, это было на улице. Лагерь там, лагерь да, был. Да, где у меня еще текстуры не прогружались. Тогда нам сюда, ты где там застрял? Бегу. Я тебя потерял. Все, бегу. Женя, не волоёбь. Ты там занялся не тем, чем надо, побежали. Хорошо. Пей водичку, сзади зомби. Да я вот и пью водичку как раз. Вот пью водичку, отлично, можно. Ты же на бегу пьет, молодец. Так, где здесь был лагерь, значит, да, по-моему? Сейчас он будет справа. Угу. Так. Мне интересно, что там за звездочка, что там значит. Угу, может, до тут дойдем заодно? Да, можно было бы. Так. Где лагерь-то, ёкловны? А, вот он, сейчас здесь, вот он лагерь. Да, там постройка была такая. Тут точно был, я тебе еще говорил, смотри. Вот он лежит. Забираем. Забирай. Все. Так, теперь, значит, надо его где-то будет постелить, да? В случае чего. Ай-яй-яй-яй-яй. На кактус напоролся опять, да? Конечно. Так, Жень, ну что, давай тогда на звезду сбегаем. Так, а где у нас звезда? А вон, смотри, на востоке. Предлагаешь ближе сюда бежать, прямо где звезда, да? Угу. Вот сюда бежать предлагаешь? То есть туда? Вот туда, да? Прямо через эти вот, через поля. Давай попробуем. Пустыню эту. Смотри, какой тут у нас. Рискнем здоровьем, давай. Ух, ё. Там внизу, блин, зачем ты так прыгнул? Не знаю. Ты мог убиться? Серьезно, ты мог убиться? Я пострадал, но не убился. Ничего, я водички попью сейчас. Все нормально. Водичка. Все нормально будет, Женя попьет воды. Пилюльку съем одну и все, и можно бежать. Ой, не туда мы бежим, мы не туда бежим. Нет, все, Ой. Чуточку выше и чуточку ниже. Ниже, да. Руками ведешь ты меня все ближе. Никакие песни. Да. Самое то для таких игр только. Ну тут именно, знаешь, анекдоты травить, самые идеальные. Ну, байки, да, байки какие-нибудь там. Байки из склепа, да? Байки, да? Байки из склепа, я вспомнил сразу. Эту штучку. Чучело ты отсидел. Смотри. А, старый какой-то мусор ненужный, тряпье там такое. Тряпье забирает. Пригодится, наверное, надеюсь. Господи. Интересно, это... выжженная местность такая. Что-то не туда опять ты побежал куда-то. Да, я не могу на этой карте нормально. Вот. Что-то я опять пистолет выбросил. Так, я тебя потерял из виду вообще. На карту посматривай. Вижу, все. Так, немножко вот так надо взять. Что-то ты опять убежал. Во. Угу, вот так вот можно пробежать. Надо до темноты, Жень, успеть хотя давай, бы. Давай, ага. Да. До темноты успеем, сейчас добежим. Добежать-то мы успеем до темноты. Слушай, а смотри, если вот тут вот, например, ночь... переждать. Ну, где-то да. Здесь. Тут же зомби мало, по сути, да? Ого. Нет, ну смотри, нет уже в округе, правильно? Там в городе их было много. Ой! Прибегут. Бля! Жень, я умираю. Почему? Значит, ты не туда побежал. Там зеленая, не беги туда. Зеленая нельзя? Ты за край выбежал, там же нет звезды, ты вообще мимо пробежал. А, на зеленой это что, радиация? Это радиация, да. А звука нету радиации. Ну, ты умираешь просто и все. О. Подожди-ка. Звезда — это машина. Серьезно? Ага. Че, можно сесть? Конечно. Ну просто так она как-то... Нет, сесть нельзя. Она у меня... Ой, внимать. Че тут есть? Это я. Ничего нет, кроме таблеток, воды и все. Что значит? А, знаешь, что звезда? Это, наверное, точки респауна. Вот если люди тут могут появляться, да? Может быть, кстати. Но почему-то... А давай пойдем почитаем, что тут у нас, смотри. Тут есть... Что? Ты где? Я что-то потерял тебя. А, ты уж туда побежал? Давай, Женя, заходи. Дверь в светлое будущее, ёпта. Тут радиация, да. Здравствуй, Жень. Иди сюда, где-то.
Здравствуйте. Кто там? Я пришел к вам в гости. До свидания. Я пришел летсплей снимать. Пусть радиация, да? Да. Попробуй, испытай, зайдешь так. Альбукерки, ёпта. Санта-Фе, Альбукерки. Нет, звук есть, кстати. Я не хочу туда. О, там унитаз, я смотрю. Ой, мама. Ой, что там такое? Это ты звуки издаешь? Да, меня косануло так, что половина жизни как не бывало. Да ладно, у меня вроде бы... Lambration, что такое Lambration? Где? А, это доски, дощатые. Нет, консервы, надо посмотреть, что такое. А, Lambration. Это съесть можно? Типа, это баранина, короче. А, барашка. Поешь, может, тебе лучше станет. Да, нормально уж. Так, ладненько. На это мы посмотрели, тогда что делаем? Далее куда-то бежим. Да, в город куда? Я... Сейчас начнется ночь, уже 6 часов, успеем, да. Вы готовы? Да, капитан? Коронада, или как она называется? Коронада, смотри. Как что вот. Это? Дерсвилле, мы были в Дерсвилле, там и вверху Коронада написано. Нам сейчас до ночи успеть в город, я думаю, добежать. В городе нас сразу кокнут. Надо где-то мешок постелить, понимаешь? У нас есть дерево, мы можем сейчас тут построить прям. Ну, видишь, как костер разжигать, я не знаю, топлива нет, ничего нет. Давай попробуем прямо здесь построить, может, не? Из чего? А, дерево есть? Дерево есть, да-да-да. Конечно, 36 штук. Давай-давай-давай. Дальше, смотри, значит, можно либо здесь, либо чуть уйти. Давай здесь, наверное. Смотри, если ты ключ-карту, увидишь какой-то маленький домик вон. А, давай-давай, до тут добежим. Блин, я автомат выкинул. Да, на Q вроде выбрасывает. Случайно нажал опять, да. Слушай, надо сделать, наверное, перерывчик небольшой. И мы продолжим уже в следующей серии. Мы уже более-менее так с тобой тут живем. Это день сейчас будет уже. Все, ребята, чао, какао. Чао.